Здравствуйте, уважаемые телезрители и подписчики моего канала. Сегодня бы я хотел рассказать вам о интервью с администрацией Music Wars по поводу будущих проектов, что и как строилось. Были отосланы вопросы в администрацию, и на некоторые из этих вопросов пришли более-менее адекватные ответы. Я хотел бы вам их зачитать и ознакомить о том, что нам в дальнейшем может ждать, что будет, что сделано. Давайте посмотрим. И первый вопрос. Существуют отрывные сведения о том, что Music Wars разрабатывался другой командой, но спустя определенное время количество игроков он попал в Destiny Development. Не могли бы немного рассказать об этом? Что изменилось с самого начала и как пошло в развитии игры? На что администрация отвечала. Проект Music Wars был создан в одной из ведущих опытнейших команд игровой индустрии России. Эта команда неизменно в составе занималась разработкой и сейчас. Компания Destiny Development, в свою очередь, является одним из крупнейших операторов онлайн-игр. И покупка проекта позволила объединить усилия двух опытных команд. То есть разрабатывали Music Wars сначала одни специалисты, а Destiny Development просто купила игру и дала ей большое развитие. Насколько большая команда регулярно занята развитием проекта? Какая обстановка? Царит в офисе, следит ли администрация за игровыми форумами, сообществами, за темами Music Wars? Вы знаете, отвечает администрация, над проектом регулярно работает команда из нескольких десятков человек. В офисе царит дружественная атмосфера. За форумом и сообществом следят ежедневно ответственные люди. Обычно их называют модераторами. Группа модераторов постоянно растет, их очень много. Но, к сожалению, некоторые игроки все равно пытаются нарушать правила общения, начинают фактически шантажировать администрацию, что вы не правы и так далее. Ну, эти обычно все нападки никак не проходят, потому что администрация и модераторы работают только согласно правилам. Следующий вопрос. Компания Google, насколько я знаю, имеет главный лозунг перед вводом обновлений и новых сервисов «Не навреди своим клиентам». Есть что-нибудь подобное и в вашей компании? Да, каждая заливка для нас – это большая ответственность. Мы предоставляем высокие требования к технической составляющей. Игровой мир должен непрерывно развиваться, и игроки не должны догадываться о том, что пошло что-то не так. На мой взгляд, нам это успешно удается уже в течение 4 лет. И мы не намерены меняться, мы продолжаем развиваться. Но здесь бы хотелось сказать о том, что не все обновления Music Wars пошли и были удачными. Уход большого количества донатов из игры, ну, как бы говорит сам за себя. К следующему вопросу. Чем ведется сейчас основная работа? Прекрасно понимаю, что громких анонсов и дать интервью вы не можете, но, возможно, можете открыть завесу тайны. Чего стоит ожидать в дальнейшем от развития музмехи и функционала музыкальных групп? Здесь мы не будем сильно глубоко углубляться, потому что ответ пришел очень расширенный и большой. Скажу вкратце, что бои на музмехах станут более тактичны и разнообразны, появится еще дополнительная расходка, отвечает администрация, появятся еще дополнительные карты к экспедициям, возможно, будет новая расходка, мы уже добавляли новые гранаты, новые бластеры, почти в каждый эвент новый. Мы не хотим делать быстрых и поспешных выводов, чтобы не было потом зависаний и проблем. Поэтому мы все долго взвешиваем и тестируем. К следующему вопросу. Бывали ли случаи в практике на проекте Music Wars такое, что игроки в прямом смысле удивляли вас, переворачивали работу игровых возможностей и механизмов с ног на голову? На что администрация ответила. Ежедневная активная аудитория, десятки тысяч игроков. Конечно, провести тесты на столь объемной аудитории бывает невозможно. Обычно это происходит после того, как все уже подрались и собрана статистика. Опыт всей команды позволяет спрогнозировать поведение аудитории заранее и избежать неприятных сюрпризов. До тех пор мы успешно справлялись с этой задачей. Конечно, удивляют нас больше всего топ-донатеры, которые бывают очень оригинальны в своем самовыражении. Но хочу отметить, что баланс разрушить за деньги практически невозможно.
сбалансированность подхода в этом вопросе очень высокая. Ну, здесь я с администрацией хотел бы не согласиться, потому что донатеры есть донатеры, то есть разница в игроках, то есть по статам просто колоссальная. А давайте следующее. Какие планы и проекты оказали наибольшее влияние на развитие Music Wars? Группа Dream дизайнеров, которая работала на Music Wars, постоянно изучает лучшие примеры игровой индустрии в России и мира. Выделить какой-то отдельный проект невозможно. Мы стараемся не то что копировать, а создавать больше свое, свои механизмы. Постоянно ведутся проекты. Мы гордимся тем, что вы во многих местах оказались первыми. Ну да, получается, в онлайн-шутерах такого образца, как RPG, браузерных игрушек, они очень хорошо себя показали. Это даже, можно сказать, их заслуга, что они постоянно совершенствуются. Давайте дальше. Я думаю, что выражу большинство мыслей большинства игроков, что общая часть проекта далеко не всегда можно читать. Засилие флуда, всяких попрошаек бьет по глазам, и общение уходит совершенно на другой план. Скажите, пожалуйста, будет ли что-нибудь с этим делаться? Да, у нас в чатах работают специалисты с безликим ником модератор. Но, однако, за этим ником скрывается очень большая команда. Эта команда и ведет как раз общение с игроками, чистку и соблюдение, получается, всех правил игры. Ну да, тут с ними не поспоришь, конечно. Так, следующий вопрос. На старте проекта, как известно, существовал рынок предметов и возможность их обмена между игроками. Возможно ли в дальнейшем возврата функционала в игру? Да, мы сейчас, получается, внедрили такие системы, как биржа, когда человек может спокойно развить какую-то вещь и сам выставить ее на рынок и продать. Но функционал передачи ресурсов игроку, артефактов и других игроков, пока не знаю, будет ли это реализовываться. Ну, посмотрим. Может, сделаем какое-нибудь бета-тестирование в виде какого-нибудь эвента и посмотрим, как это будет. Давайте к следующему вопросу. Правда ли есть небольшая проблемка с тем, что во многих группах и на форумах часто видно такую вещь, как продажа персонажей, программы для взлома игры, ботов? Как контролируется этот вопрос? Скажите, пожалуйста, на что администрация отвечает? Авторы таких сообщений блокируются постоянно. Но, в свою очередь, мы надеемся на разумие самих игроков. Я могу точно заверить, что программ, либо каких-нибудь по взлому самого Music Wars не существует. Как вы понимаете, все хранение всех данных происходит только на серверах Music Wars. И программы для взлома просто не существуют. Хотя программы для использования искусственного интеллекта в виде ботов используются. Мы сейчас разбираемся над этим вопросом и думаю, что в дальнейшем такие игроки тоже будут блокироваться. Сначала с определенным сроком, а потом полностью перманентно. Есть вероятность, что программы такого образца, отвечает администрация, могут украсть ваши личные данные, то есть это пароли и логины к вашей игре, и больше вы своего аккаунта в той мере вы не увидите. И советую ознакомиться с темой меры предосторожности от мошенников. Ну и последний вопрос, который я никак не мог обойти стороной. Ваше пожелание нашим игрокам и нашим соответствующим зрителям. Игроки, занимающиеся творчеством и развитием сообщества внутри проекта, это наше достижение. Они ставят группы, развивают, делают группы в социальных сетях. Вы знаете, Music Wars – это отдельная социальная система со своими звездами, своей жизнью. Желаю не отчаиваться при любых сложностях, продолжать развивать себя, людей вокруг и стараться быть звездой. Всего вам счастливого на фоне игры Music Wars. Ну вот, это, пожалуй, все. Разумеется, что многие вопросы, которые я отправил в анкете, остались за бортом, потому что администрация просто не захотела на них отвечать. Не буду отнимать уже слишком много времени. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подпишитесь. Будет еще видео и интервью. Спасибо большое. Счастливо!